Добрый вечер, мальчики и девочки. Добрый вечер. Юля, вот Зубок и Коксик совсем ничего не понимают в красоте. А почему ты так решил, Шунь? Да потому что они совсем себя не украшают. Ой, какая ты смешная, Шуня. Но они же мальчишки. Им больше интересна игра в футбол или кто сильнее, кто быстрее. А украшениями больше интересуются девочки. Вот, вот поэтому они меня и не понимают. Мальчишки народ непонятный. У них лишь игра на уме. А я вот люблю, чтобы было красиво в лесу, в нашем доме, а также на мне. Смотрите, правда? Красивая брошка. Очень. А правда, что в мире должно быть красоты больше? Ну, конечно, Шунечка, всем приятно. И мальчикам, и девочкам, когда вокруг все красиво. Ну, тогда я пойду еще лучше наряжусь. Ой, здравствуйте, ребята. Здравствуй, Зубок. Ну, как футбол? Ой, отлично. Жалко, что Шуня не пошла. А мы знаешь, как играли? Я Коксу пас, он мне удар, уже в воротах мяч. Забитый гол, люблю футбол, награда этот мяч. Ой, Юля, скажи, пожалуйста, это красивый бантик? Красивый? Угу. Ну вот, вечно она со своими бантиками носится. Юля, а мы чай пить будем? Конечно будем, я для вас пирожки вкусные приготовила. Ой, Юля, Юля, ой, а скажи, пожалуйста, а вот эти бусы красивые? Красивые, Шунечка. Угу. Шуня, 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 идем чай пить. Ну вот, убежала. Ну подожди, Зубок, она сейчас вернется. Просто она, как и любая девочка, очень хочет быть красивой. Да лучше бы она в футбол научилась играть. Очень много нам некрасивого, голубого, красного и синего. Я украшу Шишкин лес, я чудо из чудес. Шунечка, а что это на тебе? Вот это да! А что? Юля, ты же сама говорила, что шарфик – это красиво. Бантик и бусы тоже красиво. А когда всего это много, ой, значит, еще больше красоты. Шунечка, ну ты понимаешь, во всем должно быть чувство меры, даже в украшениях. А то ведь так недолго превратиться в гусыню. В гусыню? Какую гусыню? Вот это да! Ой, как смешно, Юль. Расскажи скорее. Конечно, расскажу. Слушай, в одной деревушке жила девочка по имени Дуняша. И очень она любила на себя в зеркало любоваться. Мама, бывало, ей скажет: Дуняша, помоги мне в доме убрать. Ой, я не могу, я занята. Мне вот еще один бантик нужно завязать. Так, 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 вот так. Ой, какая же я красивая. Угу. Мама попросит: Дуняша, помоги мне обед сварить. Мамочка, мне некогда, я бусы выбираю. Ой, ой, какие красивые! Ой, ну какие же сегодня лучше одеть? Красные или желтые? Угу. Желтые! Ой, ой, красиво! Угу. Мама рассердилась и говорит: Дуняша, ну ты хотя бы за водой на озеро сходи. Дуняша повздыхала и согласилась. Ой. Пришла она на озеро и наклонилась, чтобы воды в ведро зачерпнуть. Да вдруг увидела свое отражение. Ой, ой, какая же я красивая! Ой, ведь правда я красивая? Ага, красивая! Ой, да что там говорить, красивая! Самая красивая! Вместо своего отражения увидела Дуняша в пруду гусыню. Плывет она и гогочет. Га-га-га, га-га-га. Показалось, ой, Дуняше, что она в гусыню превратилась. Неужели это я? Ой! Девочка перепугалась, побежала скорее домой и с тех пор перестала себя нахваливать. Ой, хорошая сказочка. Как бы и тебе, Шунечка, в такую гусыню не превратиться, а? Ой, я не хочу в гусыню. Ага, га-га-га-га. Ой, ну не торопись, я уже давно все
поняла. Давайте лучше пойдем чай пить. Ну, конечно, пойдем. Только сначала давайте попрощаемся с ребятами. Угу. До свидания, ребята. До свидания, мальчики и девочки. Добрых вам снов, друзья, и ангела-хранителя. Детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях.